Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими экспонентами. Руслан, вы производитель, расскажите, про что ваша компания, что вы собираетесь предлагать на рынке в 2019 году и вообще чем собираетесь удивлять? Здравствуйте. Наша компания была основана в 2015 году в городе Новороссийск. Мы производим бытовую профессиональную химию, в составе которой не содержится агрессивных компонентов. Весь производственный процесс, начиная с выдува самой бутылки до розлива готовой продукции, происходит у нас на заводе. Мы перешли на зеленую химию, в составе которой, опять же повторюсь, находятся только глюкозиды. Это из экстрактов и состав зеленый. Еще раз. В принципе. В чем смысл фразы «зеленая химия»? То есть достаточно много говорится на этой выставке. Расскажите, что это за термин, почему он стал таким модным, популярным? Все знают по поводу агрессивных компонентов. Это ПАВы, поверхностно-активные вещества. У нас они используются, это глюкозид, который экстракт, и он сделан из тростников. Много ли производителей, ваших конкурентов производят подобную продукцию, и какие у вас конкурентные преимущества, чем вы собираетесь вот выезжать или обгонять? Как я говорю, мы отмежевались от конкурентов тем самым, что мы пошли немного дальше и подали все документы в санэпидинстанцию Краснодарского края. Мы получили разрешительные документы, скажем, не рекомендация, но одобрение от края тем, что наши средства могут быть использованы в детских и дошкольных учреждениях. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.